Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби войну». Так, вы мне очень много писали комментарии, что тут есть новые персонажи. Поэтому давайте-ка посмотрим для начала, что у нас вообще здесь появилось. Ну, награды свои я забираю. Окей, так. Новости. Ох, нифига, это новый персонаж? Чувак с реанимацией. Так, ну новые. Давай посмотрим, где у нас персонажи. Так, ну зомби, я сомневаюсь, что какие-нибудь новые тут появятся, конечно же, да? Хотя, кто их знает, вдруг. А, если они даже появились, они все равно мне не отмечены. Так, сейф заполнен. А что у меня там в сейфе? Так, бесплатно я получаю консервы. Новый юнит. Особое приложение. Парамедик Мэнси. Эксклюзивные скины. 988 баксов стоит. А за деньги никак что не купить? Хм. Рождественский ящик. Наверное, ребята, можно здесь найти. Ну, из этих всех персонажей, по-моему, у меня все есть. Ну вот, почему мне сказали, что два новых юнита? Пока я вижу только одного. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Шоколадки, аптечки, таблетки, это все понятно. Так, билеты. Ну, билетов у нас 53 штуки. Что у нас здесь? Рождественское событие. Наверняка там опять надо спасать принцесс. Получить, ну, это задание, понятно. Локация завершено. А, это лига же у нас. Это, ребята, лига. На лиге нам делать нечего. Так. Моя команда. Ох ты. Стоп, друзья мои. Я вам скажу следующее. Почему вот этого у меня нет? Он же у меня был. Эй. На каком основании они у меня его забрали? Не понял я, почему действительно не забрали у меня его? Или я путаю вот с этим вот. Так. Значит, ох ты. Могу купить. Друзья мои, у нас поддержка. Появляется парамедик Нэнси. Ух. Так, слушай, подожди, а еще можно взять что-нибудь? Ты покупаешься? 28 тысяч. Хорошо, что в свое время, ребята, мы заработали денежку. Стрелок. Булдер Эбби. Шикарно. И вот это кто у нас такой? Рога? Это же из команды SWAT. Но он с шокером. Бегает с шокером, друзья мои. Роги. Хм. А вот эти-то ж где? Рождество 2020, боец. То есть он в том событии, что ли, был? Red Hood. Рождество 2020. Психи. Психи. Доступен в событии Рождество. Значит, и сейчас они тоже доступны. Ну что, нам нужно с тобой прокачать. Так. Что нам качать-то надо? Я что-то подзабыл уже, ребята, что вообще здесь. Блин, как мне эти соседи достали? Что-то там ремонт опять у них, что ли? Вот это что такое? Боевая команда. Механики и морпехи. 2 из 5. Тут, видимо, можно отделать чисто команду морпехов. Какие-то, видимо, будут определенные бонусы. Ну, как мне кажется, ребят. Так, ну ладно, давай мы с тобой посмотрим, что за парамедик. Надо прокачать хпшку. ХПшка, естественно, по фулке. Я забыл, действительно, как, ребята, все это делается. Я давно не играл в эту игру, так что если что-то буду сейчас тупить, нубить, не обращайте на это внимания. Надо просто все вспомнить. Теперь я вспомнил. Нам надо выставлять все лучшее и вот таким вот образом прокачивать. Да. Вот так вот это все у нас делается. Надеюсь, вам не слышно, ребята, эти шумы, которые доносятся сверху, потому что там ремонт идет. И он сейчас зателся. Он всегда начинает с 10 часов дня, блин, херачить. И до вечера, блин.
Ушлепок несчастный. Так, ну что, у нас пятый уровень. А максимальный у них какой? Я уже забыл, какой у них там максимальный уровень. Не помню, если честно. Ну, пока есть возможность, давай прокачивать. Пока есть ресурсы. Что она вообще делает? Какие у нее специальности? Потому что один медик у нас уже есть. Давай почитаем. Она может поднять с того света любого. Стоп. А это... это, я надеюсь, просто скины? Да, это, скорее всего, просто, ребят, скины. Я уже думал, тут какие-то разновидности другие. В ближайшее время следите за обновлениями. Ну, ты понимаешь, да, здесь тоже есть определенные параметры. Так, а что у меня такое? Отталкивает противников. Угу. Она относится к категории морпехов. Слушай, я не помню, какой. По-моему, 12 или 15 уровень. Они же понизили в свое время уровень наших бойцов, насколько я помню. Так, на рождественскую елочку, может быть, сходить. А вдруг нам фартанет, и мы выберем с тобой какого-нибудь персонажа. Хотя это вряд ли. Ну, билет есть, и же надо куда-то тратить. Какой у нас уже уровень-то? 13-й. Слушай, подожди, дай я гляну. Какой? 13-й, да? Максимально 13-й уровень получается. Ну что, тогда получается нам еще один левел надо поднять. И все. Максимальная прокачка, ребят. Вы достигли максимального уровня. Давайте теперь следующего персонажа. Вот этот. Кто ты такой? Всегда любила беспорядочную стрельбу. То есть ты хочешь сказать, что это девушка? Может быть, всегда любил? Тогда уж. Высокая скорострельность. Он относится к категории строитель. Ну что, ребят, давайте я его тоже тогда быстренько прокачаю. Я, наверное, это буду вырезать. Зачем вам это смотреть? Ну и последний уровень. Поехали. Итого, друзья мои, здоровье у него 61, урон 79. Очень крутой урон. Удача 74, скорость 8, время появления 35 секунд. Замечательно. И вот этот вот у нас последний боец. Руги, что ты делаешь? Солдат, оглушающий любого противника. Так, после смерти имеет шанс не стать зомби и оглушает противника. А вот что вот это такое? Так, секундочку. Механики, спасатели, колхозники, дополнительные очки храбрости выпадают шансом 5% при получении колхозником урона. Северяне какие-то. Колледж, военные. Это что такое? Патриоты. Психи. Все юниты ТМФ получают стойкость к взрывам. Так, 3 МТФ на поле боя. В начале битвы случайно выходит на поле боя. Стоимость. Так, а вот этого, ребята, не было всего раньше. Это определенные бонусы идут. Тоже надо будет с этим разобраться, все. Ладно, я пока прокачаю, ребята, этого Руги. И посмотрим, сколько у него будет по итогу. 52, 42, 23, 15 и 13. Кстати, очень неплохие показатели на начальном этапе. Ну и последний уровень. Улучшаем. Так, ребят, ну вы смотрите, у него неплохие параметры по урону, по здоровью. Удача, конечно, немножко слабее. И время появления у него намного быстрее идет. Так, а, подожди, еще что ли? Я думал, что последний уровень 13 же должен... А, вот сейчас только... Тьфу ты... Твою налево, блин. Так, 13. Да, я один уровень ему не докачал. Получается, вот. 91-81. Нифига себе. Это боевик. Вот это боевик. Блин, у меня вот этих двух персонажей нету. Так, ну что? Куда идем? Где у нас эта арена-то, ё-моё? Так, а тут еще тоже какие-то, видимо, бонусы, да, должны быть? Ну, тут ничего нового нет. У нас максимальный уровень, так что... Тут все у нас тихо. Ну что, на лигу сходим, посмотрим, друзья мои. Так, а как я? Вот здесь, да? Ага.
Так, например, я уберу. Давай проверим. Вот это вот я все уберу. И заценим с собой новых. Новых вот этих ребят. Просто посмотрим, как они себя ведут. Заодно хотя бы я гляну, что они себе представляют, как они работают. Нажми, чтобы играть. Ну этот-то дядя, будь здоров, наяривает. Просто дай волю. Фига он там шпарит. Крут. Ну-ка, давай дальше. Да, он тут, конечно, наяривает. Офигеть. Мне нравится. Но опять же, пока в команде нету быстрых. Хорошо, он его приголубил, да? С пулеметика со своего. Шикарно. Так, это уже 3 победы подряд. Замечательно. Я думаю, с этим пареньком мы поладим. Ну-ка. Вообще круто. Конечно, наша копейщица проигрывает, сразу погибает, потому что она, так сказать, делает офигенный рывок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну. Эй! Фух. Да, против гранаты понятно, ребята. Мы, конечно, можем сфейлиться. Граната, если летит. Опа, 2 снайпера. Ай-яй-яй-яй-яй. Мой снайпер зарешал. Мой снайпер зарешал. Слушай, моя команда до сих пор еще, оказывается, рулит. Ну, как рулит? Я, правда, здесь... Ох, кое-какие изменения сделал. Такой, блин. Прикинь, он почему-то пулемет сбрасывает и берется за этот томагавк. Он что, потом идет в рукопашку, что ли? Я не могу понять. О, с гранатой это плохо, ребят. Сейчас бросит гранату. Все странно. Почему? А почему он не бросил гранату? Так, мы что, переходим с тобой? Прикинь, мы переходим сразу на новую лигу. По-моему, так должно быть, насколько я помню. Ты выигрываешь 9 подряд этих. Да, ты автоматом переходишь на следующую лигу. Ха-ха. А максимальная лига здесь, если не ошибаюсь, 10-я. Ну что, давай посмотрим. Посмотрим, до какого предела вообще мы можем с тобой пройти. Блин, ну крут, мужик. Тут уж не поспоришь. Мне нравится этот пулеметчик. Ребят, пишите свое мнение, кто вам понравился больше. Он, конечно, очень как-то быстро погибает. Хотя у него должна быть защита. А, это если три свата на поле боя, тогда у него будет защита, по-моему, от взрывов. Скорее всего, так. А здесь уже, по-моему, если не ошибаюсь, нужно не 9 побед сделать, а 13. Ух, тут вообще их расписали. А, 10 побед написано внизу было. Одерживайте 10 побед, и вы переходите еще на следующую лигу. Это для мгновенного перехода. Блин, ну этот начинается... Мне, кстати, он напоминает, знаешь что? Турель. Ну, турель, которая вот у нас с тобой ставится. Они ту же самую огневую мощь имеют. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, снайперок. Фу. Выручила, красава. Я уже думал, сейчас шваркнут. С дробовичка ты сам прекрасно знаешь. Лучше не шутить. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну. Ну. Нет. Нет. 6 побед. Нам не хватило чутка всего лишь. Твою налево, этот вшивый гранатометчик. Так, ну что мы можем с тобой, например... Зачем так сделал? Зачем я так сделал? Воу-воу-воу-воу-воу. Так, мой снайпер... Блин, мне надо, кстати, было посмотреть, что у меня со снайпером вообще происходит. Прокачан ли он по полной программе, я имею в виду в плане... Самые лучшие у него стоят или нет. Эти...
ну, здоровье, урон, вот это все. Потому что раньше в свое время, когда у нас не было вот этого всего топового, приходилось прокачивать тем, что есть. То есть ты понимаешь, да, они намного слабее, чем когда ты прокачиваешь самым наилучшим там лекарством, хлебом и что там еще надо. И газировка. Ты видел? Она одна просто всех почикала. Копейщицу надо ставить все-таки, мне кажется, не сзади, а немножко... Вот, опять, это же та же самая команда. Ну, тоже, то же самое, ребят. Сейчас посмотрим, чей снайпер тут. Ты, опять та же самая фигня. Ну, ты прикинь, а? Опять наша снайперша, блин, схандрила. Слушай, он достал уже этот снайпер. Точнее, не снайпер, а гренадир. И моя снайперша, блин, косит. Очень много промахов у нее. Не стопроцентное попадание. Слушай, а что если, например... А что если нам, например, взять этого парамедика? Просто хотелось бы мне посмотреть, как он может резать погибшего бойца с того света. Да и хотелось бы просто посмотреть, как он ведет себя на поле боя. Наверное, сейчас мы с тобой сфейлимся, если такое будет, да? И проверим. Нормально. Так, зубная щетка выпала нам. Так, двигаемся дальше, смотрим. Угу. Так, просто копьем. На, заколола. Как свинюшку. Так, это у нас... Ага, 9 побед. Последний поединок, по-моему, у нас. Но мы не перейдем на следующую. Потому что мы сфейлились один раз здесь. А тут надо без проигрыша, насколько я помню. Или как? У-у-у, нет, ребята, мы перешли. Ха-ха-ха. Так, ну что, я хочу все-таки глянуть. Это сейчас поставят, покажут нам состав. Должны, по идее, поставить. Чего? Я думал, что нам покажут состав команды. Вражеская. Одна победа. Так там, по-моему, еще никто не набрался, поэтому сейчас бесполезно драться. Видишь, команда только набирается. Так, а я-то хотел сделать не это. Я хотел посмотреть вот тут. Если мы, например, с тобой уберем копье. Блин, так не хочется убирать копье, если честно. Подожди, снайпера мы, наверное, здесь оставим. Блин, и в то же время хочется же посмотреть, как работает парамедик. Офигеть, блин, парамедик... Не, он дорогущий. Он для моего состава вообще, ребята, ну никак не идет, не котируется он. Тут только вот так вот действительно, если брать, сохранять. Хм. Ну погнали, давай посмотрим, что у нас. Блин, я опять не туда. Зачем я копеечка поставил назад? Оу-оу-оу. Знакомая песня. Так, снайпера убрали. Ну тут хотя бы так сделали. Так, видишь, для мгновенного необходимо 10 побед. То есть 10 побед без проигрыша. Так. Да что ты, блин? А тут-то как? Слушай, по идее, мы первые убили, поэтому нам засчитывается, по идее, победа. Ну, трындец. Офигеть. Ну, здесь мы проиграли. А здесь мы проиграли, поэтому... А тут и бойцов-то больше нету. Ладно, давай посмотрим, что у нас там с Рождеством. Что у нас там? Так. А что-то новое появилось, что ли, или что? Интересно. Так, открываем военный ящик. Допустим. $1. Колеса. Так, это все у нас...
уже куплено. Эксклюзивные скины. Рождественский ящик. Не понял я. А, вот так вот это делается, да? Что я вообще делаю, не могу понять. Вот так это открывается или как? Радио. Ну ты понял, да? Шоколадка. Щетка. Так, а что там было написано? Рождественский ящик содержит 3 уникальных юнита. Блин, я хочу 3 уникальных юнита. Стой, подожди, он... вот ну как. Хлебушек. Так, я хочу пойти на рождественский этот. Где он у нас? По идее, должен быть вот здесь, насколько я помню. Старт. Какое событие? Что здесь нужно сделать? Приготовьтесь к битве. А это мы, что ли? Так, погоди секунду. Нет, вот мы. Приготовьтесь к битве. Ну, попробуем. А, это мы, наверное, будем продвигаться, я понимаю, так? Или что мы будем здесь делать? Ладно, давай посмотрим. Так, первый будет пулеметчик. Дальше мы с тобой возьмем гренадира. Так, вместе с гренадиром у нас пойдет... Что у нас пойдет вместе с гренадиром, я даже не знаю. Снайпера, наверное, возьмем. Возьму снайпера. И, по-моему, у нас все, да, больше ни на что не хватает. Стрелка вот этого взять. Ну, пускай стрелок будет. Давай просто глянем, как это выглядит все. Да, мы с тобой дальше вот так вот проходим. Как вы запарили там, а? Так, что это такое? Так, у нас мини-турель прибавилось. Так, 35 очков. Ну, давай возьму вот этого парамедика. Я не знаю, нужен ли он нам вообще. А деньги получает, если этот убивает или нет? А где твой пулемет-то, парень? Хм. Он выкинул свой пулемет зачем-то. Тогда дедулик будем ставить. Вот так вот, поехали. Вообще козырно. Просто в хлам разносят. Начать битву, да? А у нас кто-то погиб, что ли? Блин, у нас погибли. Так, коктейль Молотова. Так, я не могу понять. Зачем я сейчас активировал твою налево? Приготовьтесь к битве. Сейчас, подожди секунду. Давай-ка, наверное, вот этих поставим с тобой. И... вот так. Замечательно, молодцы. Тарантачка у нас. Так, награда за битву. Мы с тобой получаем еще подарки или что? Ребят, я надеюсь, вас это не смущает. Меня бесит просто вот этот вот перфоратор или что он там врубает. Надеюсь, вам не будет это особо сильно слышно или напрягать. Так, мы можем с тобой поставить следующего. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Так, 2 из 5. Ох, твою налево граната прилетела. Да, прилетела граната. Всю команду почти расфигачили.
Так, ну что, давай поставим на этого. Блин, чувак, зубинка, это фигня полная. Сюда, наверное, нам надо поставить строителя. У него защита от пулевых. Поставим пожарника. И копье, наверное, возьму. А вот это что у нас делать, я не помню. Это же с новогоднего ивента у нас, девчуля. Да, неплохо они тут разбомбили командочку вражескую вообще. Даже глазом не моргнули. Поехали. Да. В трясе просто. Чух-чух-чух, нашинковали и все. Эта девчуля так быстро бежит. Вот это, сбитый. Ай-яй-яй-яй, копишка, копишка. Убили у нас. Слушай, она еще и в защите в офигенной. В нее этот два раза стрелял. Полицейский. И хоть бы что. Давай так вот сделаем. У нас с тобой... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все-таки завалили моего сват. А, парамедик. Блин, а где у меня парамедик этот, который есть? Ну, он дорого стоит, по-моему, да? Фиг его знает, где он стоит, стоит там, сколько он стоит, непонятно. Бросай! А что это за звук такой был? Блин, я не понял. Бросим? Начать битву. Так. Раз, два, три. Пока все целы, да, получается? Да, все целы. А мы же можем с тобой брать бочки, насколько я помню. Подожди секунду. Ведь мы же можем их ставить? О, конечно, можем. А что это мы тупим? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то я поздно вспомнил то, что мы можем бочки бросать и все там подобное. Конечно же, они для этого нам и даны. Здесь вот, например, можно спокойненько так захилять наших ребятулек. Плюс скинуть вот это вот. Даже можно, если я не ошибаюсь, по-моему... Так, секунду, давай вот так вот сделаем. Проверим. Ну да, все это работает. Глен встал. Полузомби. Здесь вот так вот делаешь. Хоп. Например, бросил сюда. А вот сюда коктейль молотова, чтобы они сгорели сразу же. И все. И разбирай их сколько хочешь. Ну, я тебе говорил, что давно не играл, поэтому я и забыл, ребят. Здесь можно сделать вот так и сбросить на отхил. Несмотря на то, что вот этот вот чувак с, как его, фермер, да, звать, с такой, с двухстволочкой, он бомбашит, будь здоров, если честно. Стреляет он отменно. Тут также можно вставить турели. Турели у нас, как ты видишь, дофигища. Но пока нам это не нужно. Так, что у нас тут? Ага, стрелок. Вот так вот мы сделаем. Прекрасно. Продвигаемся дальше. Ага. Поехали. Блин! Ай-яй-яй. Кого-то, у кого-то шлепнули у нас. А кого? Глена, да? Шлепнули у нас Глена. Механика взять, ну. А давай вот так вот сделаем. Что такое за звук? Блин. Что это такое, я не понимаю. Пока все целые, отлично. Так, давай дальше. Ну. Есть. Наказали мы этого меткого стрелка. А вот здесь вот надо нам сделать, потому что здесь щитовик идет. Так, Соньку надо подбить. Как-то по возможности копа. Блин, убил. Она так долго сопротивлялась.
Я в шоке. Трындец, всю мою бронированную команду пофигачили, прикинь. Это кто у нас, огнеметчик? А нет, это автоматчик, пулеметчик точнее. Ну, автоматчик, одним словом. Вот этот вот. Ладно, сделаем так, я возьму, наверное, парамедик сюда возьму. Просто хочется посмотреть, как он будет работать. И возьмем чувачка с кувалдой. Погнали. Куда она бежит-то, дуреха, блин? А, она еще и ходит. О, она сзади бежит, ребята, и залечивает. Так, рождественское событие, это что такое? Чего осталось? А, так мы прошли. Мы прошли с тобой вот это рождественское событие. То есть нам будет доступно, наверное, в следующий раз. Или опять же тратить билетик надо. Или чего? Я не помню, ребята, если честно. Что я должен сделать? Блин. Так, легендарный ящик открыть. Ну-ка. Так, так, так. 5 билетов. Угу. Только лишь порох. То есть вот таким вот образом мы с тобой набиваем ящики, да? 30 ящиков набираешь. Ты можешь открыть один подарок. То есть из всего, что здесь есть, у меня нету вот этого, я так понимаю, чувачка. И вот этого. Двоих. И вот этого, по-моему, получается, нету, да? Да и вот этого тогда нету. Как-то вот так вот. Ну, в общем, парамедика я посмотрел, что он делает. Он бежит, ребята, сзади нашего юнита, его подхиливает. Но, к сожалению, не увидел, чтобы он там реанимировал. Ладно, ребят, буду закругляться, потому что этот проедоха-сосед, он не даст мне просто здесь нормально поиграть своим вот этим жужжанием, перфоратором. Так что, если вам понравилось, то пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть еще в этой игре. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.